Конкурс чтецов стихов и прозы Расула Гамзатова прошел в гуманитарно-педагогическом колледже Махачкалы. 28 школьников и студентов из образовательных учреждений столицы вспоминали великого дагестанского поэта. Мой отец был не из тех, кто размокает от капли дождя или высыхает от легкого дуновения. Мой отец был простым работником. В нем жили все привычки и все качества нашего народа. Участники декламировали известные произведения Расула Гамзатова, посвященные родной земле, мужеству и героизму горцев. Звучали и его лирические творения, посвященные матери, женщине, друзьям и родному языку. Всем участникам вручили грамоты, а лучшие выступающие удостоились ценных подарков. Члены Союза писателей и выдающиеся преподаватели литературы и словесности вспоминали, каким был гений, воспевавший на весь мир страну гор. Много мы говорим о Гамзатове и будем говорить. Мы говорим, что это поэт эпохи, это мировой поэт, который прославил наш Дагестан во всем мире. При этом мы нужно не забывать о том, что Расул Гамзатов прославил весь Дагестан на весь мир, но Расула Гамзатова дал миру наш Дагестан.